Библейский портал экзегет.ру представляет 31 глава первой книги «Царей», как я называю ее в своем переводе, его читаю для библейского портала «Экзегет» или «Царств», как называется она в синодальном, скажем, завершает книгу, завершает историю царя Саула, Завершает рассказ о той войне, на которой Давид и Саул участвуют оба, но участвуют очень по-разному. Что делает Давид, мы читали в предыдущих двух главах, 29-30. Саул в 28-й, мы тоже читали, боится этого сражения, пытается вызвать с помощью некоторой волшебницы, заклинательницы дух пророка Самуила, но тут ничего особенного ему не сообщают, только говорит, Господь от тебя отвернулся, это ты и так знаешь, ну все кончится плохо, и оно действительно кончается плохо. Вот 31 глава, финал истории Саула. Очень трагичный на самом деле. Тем временем филистимляне сразились с израильтянами и бежали мужи израильские, и падали сраженными на горах Гельбоа. Потерпели поражение, да. Филистимляне погнали за Саулом с его сыновьями, поразили филистимляне Йонатана, Винодава и Малкишо, сыновей Саула, Йонатана, друга Давида, который всегда стремился его избавить от гнева отца. Сражение сгущалось вокруг Саула Его нашли стрелки, вооруженные луками И он был изранен их стрелами Тогда Саул приказал оруженосцу Оруженосец, то есть воин, который при нем помогает ему Сказал оруженосцу Обнажи меч свой, добей меня им Не то придут эти необрезанные, надругаются надо мной И добьют меня То есть он хочет умереть от руки своего слуги Потому что иначе он попадет еще живым Израненным, но живым в руке а филистимлян и хорошего ему ждать от этого не приходится. Но оруженосец от страха никак не мог на это решиться. Тогда Саул сам взял меч и бросился на него. Ну, так делали иногда в древности, то есть укрепил меч рукояткой там в какой-то расщелине, каким-то камешком подпер, острие направил себе вот куда-то в область груди, живота и упал на этот меч, да, то есть весом своим на него налег и меч его проткнул. Когда оруженосец увидел гибель Саула, то сам бросился на свой меч и умер с господином вместе. Так в один день погибли Саула три его сына, а заодно и оруженосец, и все войско. Конечно, очень печальная история. И смотрите, самоубийство Саула, с одной стороны, ну это такой немножко даже героический, можно сказать, поступок. да, То есть он понимает, что жизнь все равно закончена, и стремиться, чтобы это не было победой филистимлян, да, и чтобы они над ним не издевались, добивая его. А с другой стороны, это какой-то очень трагичный итог всей его жизни. Вот самоубийство, которое идет следом за духовным самоубийством, когда Саул вызывает дух Самуила и, в общем, то, чего не должен был делать, то, что напрямую запрещено, и вот, вызывая его дух, он стремится получить некую духовную поддержку, но ничего не получает, потому что еще раньше он уже шел к этому самоубийству, когда, э, ну, первый эпизод, я напомню, он отказался ждать Самуила, и сам принес жертву, и тут пришел Самуил, потому что было нужно сражаться. Другой раз он отказался исполнить заповедь Господа и перебить скот, который захватили у Амаликитян, потому что нужно было народу дать добычу. Да? Вот он, он мыслит какими-то категориями государственными, такими очень, может быть, логичными. И здесь тоже он разумный человек, он старается найти хорошее решение. Проблема в том, что он уже давно старается найти его вне Бога, и в этом смысле его самоубийство — это такой вот финал всему. Вообще очень редко описывается самоубийство в Библии, но есть еще парочка примеров. Ну, мы прочитаем, это будет история уже Давида в следующей второй книге царей, где э, один советник поканчивает, э, заканчивает свою жизнь именно так, но это отдельная история, не буду пересказывать. Вот. И по сути дела, немного таких примеров. И это, как правило, история о том, как человек утратил какую-то связь с Богом, и вот это последний его шаг. Мужи израильские на другой стороне долины и те, кто был за Иорданом, увидели бегство израильтян и смерть Саула с сыновьями, бросили свое селение и бежали. Тогда филистимляне пришли и заняли их. На другой день филистимляне пришли обирать убитых и нашли тела Саула и трех его сыновей на горах Гильбоа. Ну вот, э, они даже не видели, как погиб Саул, и э, обнаружили лишь его, когда э, обирать убитых, ну то есть собирать их там вооружением, доспехи. Ему отсекли голову, сняли с него вооружение и послали возвестить о том святилищах своих идолов и всему народу. Вот победа, которую торжественно объявляют. Вооружение его повесили в храме Астарты, ну, то есть трофеи, которые в храме своей богини в качестве почетного такого приза. А тело его на городской стене Байдшана. Тело вывешивают на городской стене, как тоже вот некое поругание. Да? Вот висит наш враг, царь Саул. Когда жители Явеша Галаадского, а это город, который Саул спас вот в самом начале своей своего правления, он пришел им на помощь, их осадил соседний царь, и Саул пришел с войском и прогнал войско этого царя. Поэтому они его любят особенно. Когда жители Авеша Голландского услышали, что филистимляне сделали с Саулом, то все их могучие войны отправились в путь и шли всю ночь. Сняли тело Саула и тело его сыновей со стены Бейшана, принесли их в Явеш и сожгли их там. Вот были разные способы погребения, в том числе кремация уже в древности. Израильтяне редко ее практиковали, но такой пример есть значит «И сожгли их там, а кости похоронили в Явеше под Тамариском, и семь дней постились». Вот э, как они почтили Саула. И есть, конечно, тоже очень трагичная такая деталь, что из всего Израиля только один город, и то лично обязанный Саулу город. Его пытаются хоть как-то похоронить, да и то не по-царски, да и то вот вот как получится, да, буквально, как получится. У себя там его хоронят. На этом заканчивается первая книга царей. И вторая будет уже повествовать о том, как Давид восходит на царство, как он становится не просто помазанником Божьим, это уже было давно сделано Самуилом, но становится действующим, правящим царем, да, который тоже будет, как и Саул, как и Давид, бежавший от Саула, тоже будет совершать ошибки, тоже будет иногда метаться, тоже будет далеко не идеальным, но будет с Богом, и это, собственно, главный урок его жизни.